Доброго времени суток, друзья. С вами Виталий Фролов. Прохождение мода Тайные тропы 2. Тени Чернобыля. На хвосту у меня 5 контролеров. Ой, то есть 5 кровососов и 1 контролер. Очень даже неплохо. Тихо, тихо, тихо. Окружают твари. Ну все, класс. Ну что это за говно, а? Чё, всех? На этот раз никому не удалось спастись. Дождик лупит по окну у меня дома. Делитесь, чем богаты. Нейтралы, ага. Нейтралы. Нейтралы так себя не ведут. Отношения нейтрал. Так, куда мне? Туда мне. Лукаш и его ребята очень даже недалеко. Кого я там еще не добил? А ну иди сюда. О-о-о. Правда, я не помню, в каком доме контролер. Но мне кажется, очень близко. Да, кажется, вот в том красном. Вот тварь, а. Все. Съел. Пожмем друг другу руки. Где там Лукаш-то? Пасмурно. Я надеялся, здесь будет как-то покрасивее, что ли. И вообще... Выносливости не хватает. Хотя артефакты на выносливость стоят. Ну все, кажись. Теперь выносливости должно хватить. Так, тут где-то еще и псевдогигант есть. Где-то топчется. Ну что, пацаны? Как же тухо. Да, вот здесь вот у нас кормилец. Лукаш стоит, его ребята. Чё, давайте с ним поговорим тогда. Привет, мужики, кто такие? Свободовцы мы. А сам-то ты кто с таков будешь? Меня Стрелком кличут. Стрелок, желание заработать есть? Заодно нам поможешь, мы в долгу не останемся. Спасите, помогите. Так, ну пока что, лучше самим попытаться. Дело в том, что Лукаш нас попросит вынести базу военных. По-жесткому так, да? Повыносил поцков. Зашибись. Итак, Лукаш нас попросит вынести базу военных. Но он и его ребята будут в жесткой опасности. Потому что эту именно опасность будут представлять из себя военные. Слишком уж их там много, и слишком уж они их быстро выносят. Поэтому лучше всего...
А то потом это говно мне мешать будет, вот то, которое спускалось. Поэтому лучше всего вынести военных заранее, чтобы они не представляли такой высокой и опасной угрозы, большой опасности для свободовцев. Там можно оставить там одного или двух. Да лучше даже можно и всех вынести. Уже пофиг. Так. Ну а вот другое дело. Куда мне идти, чтобы скинуть лишний хабар? Потому что... Да блин, ну нифига же не вижу из этих кустов. Все, помер. Погиб. Так, еще один. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кончилось. Я представляю, сколько их там. Их очень много. Все они выносят тебя очень быстро и... И больно. И много. Так, как так-то? Я представляю, нет, весь мой хабар, твою-то мать, а? Молодцы, дебилоиды просто. Мусына отсталые, инвалиды. Вот нахрена гранату кидать, а? Да, не потому начал, конечно, но это моя традиция такая. Из двух целей я выбираю менее опасную. Да сдохни! Так, быстро в укрытие. По-по-по-по. Так. Уйду. Ох, сколько здесь трупов-то. Так. Не попадешь. Говнюк сейчас перезарядится и пойдет снова воевать. Недолго отвоевал. Так, большую часть я вынес, конечно же. Хотелось бы теперь все их автоматы, стволы, все это куда-нибудь деть. Потому что у меня веса очень мало. В запасе нету почти ничего. Поэтому я сейчас скину ненужную снарягу и уже вернусь. Итак, я все скинул в зеленый вагончик. Ах ты, блин! Что ж такая неудача-то, а? И самая досада будет, это если меня грохнут, то. Да блин, да ты умрешь или нет-то? Самая досада будет, что все эти трупы пропадут, и обыскать я их уже не смогу. А трупы иногда, то есть NPC, да? Они же поднимают стволы с убитых. И потом, когда они пропадают, они забирают их, так сказать, в небытие. А здесь у нас Бельчук. Главный этой базы военной. У него ХМ-29 из этого Far Cry.
Так, 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 так. Ну хотя бы, хотя бы. Потому что, блин, у него все стволы тогда из-за него, из-за этого дебилоида, блин, который гранаты кидает. Все стволы из-за него портятся. Так, все сдохли. Тут бесит реально. Такой расклад событий. Так, походу, не все. Ах ты, говнюк. Тут козлина. Да себе в жопу засунь эту гранату. Какого хрена, а? Так косо все летит. Так, посмотрим на наличие бинтов и такого рода вещей. Быстро, 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 быстро. Вот теперь все отлично. Так, куда нести стволы, мне надо будет потом посмотреть. Потому что стволов я больше не подниму. Так, вот эта тема мне очень нравится, очень нравится. Ну, я думаю, АКСУ, они все недорогие, поэтому их хранить, их, так сказать, оставлять смысла нету. Поэтому просто пока выброшу их. Следующий на очереди АК-74, потом баканы. Так, отлично. Целый склад. Армейский бронежилет, да и вообще все... Ух ты! Ничего себе, еще один! Ура! У меня теперь еще один морской еж появился. Очень даже хорошо. Правда, кровотечение дает собака, еще то. Так. Окей. Окей, окей, окей. Можно было бы, конечно, взять гравипушку, например. Взять труп какого-нибудь чувака, его напихать все эти стволы и потом оттащить его, короче говоря, от игровой пушкой. Да, я, наверное, все-таки так и сделаю. Так, кто это появился? Наемник? Наемник? А хрен тебе! А, ну, очень даже может быть, что наемник. Мне одному интересно, откуда здесь наемник взялся вообще. В научном комбинезоне. Который очень, кстати говоря, пригодится в скором времени. Так, чувак, наемник. А наемник. Я сгружу в тебя. О, у меня гравипушка с собой. Хорошо. Я сгружу в тебя все, что как бы мне самому не унести. Поэтому... Да блин. А это там еще кто? Еще один наемник? Блин, походу. Сержант, враг. Гранату кидаешь? Козлина. Так. А, повиделось. Хорошо, отлично. Так, еще один. В минус, так сказать. Сюда. Ух ты, сколько здесь стволов я накидал, конечно, ненужных. Так, выбросим один окурок. Бежим к наемнику. Ну что, я сейчас, наверное, в него все это сгружу и понесу. Гравипушку верни. А то еще исчезнешь, не дай бог, и тогда все будет... Просто нехорошо. Зато продам все или обменяю что-нибудь у кого-нибудь. Так, ПМы и патроны ПМовские лучше не брать.
потому что они не пригодятся вообще никогда. Обычные ПМовские патроны. Ух ты, артефакт. Ну, их не продашь и как бы ничего с ними не сделаешь. Толкового. А, отлично. И, кстати говоря, погодка становится светлее, и это мне нравится. Вопрос следующий. Куда? Куда мне его вот так вот кидать? Кстати, поднять его не... О! Смог! Хи-хи. Летим, их, мой сладкий. Кстати, вот... Вот сейчас не получается поднять почему-то. Ну ладно, хрен с тобой. Вот куда мне его? Куда? 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 Может, на базу его? Туда, куда-нибудь. Да, в принципе-то, с другой стороны, нафига мне хабар его нужен? Офигеть, да? Кто это стрелял? Главное, чтобы его в аномалию не засосало. Ну давай, катись дальше. Надо что-то придумать, конечно. Определенно что-то нужно придумать. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, чуваки, ну я думаю, вы теперь сами справитесь. А я пойду охранять мир и покой того чувака. Так, где-то там трамплин был, в который я втропался. Это моя прелесть. А, они все равно так сейчас пойдут. Хорошо, что им сейчас всем насрать на этого чувака бедного. Поэтому я несу его туда, откуда они сейчас все бегут. То есть на их, так сказать, стояночку. Они туда больше не вернутся, там больше никого сейчас в ближайшее время точно не будет. Поэтому я иду сейчас именно туда. Там сгружу в этот ящик все брахло. И все будет отлично. Так, надоело мне тебя так тащить, так что давай. Классно. Ух ты, к ним еще и кровосос прибегал. Прикольно. Так, где там этот ящик? Вот этот ящик. У Скряги надо будет купить GPS-маячок. Надеюсь, он у него, блин, 500 рублей стоит, а не 5000. Ну что, твари прибежали сюда, блин. Вот не успел снять. Как раз все закончил, все перетащил, все переодел, так сказать. 56 кило, плюс 48 пулестойкость, все отлично. Ну что, отправляемся к Лукашу, потому что с ним надо поговорить сейчас. Что же он нам скажет теперь? Парень. Дай пройти. Кстати, не убивайте его. Ну, здесь баг такой есть, да, что если, типа, убить того чувака, то, как бы, никто не среагирует даже. Ну, может быть такое, что никто не среагирует. Вот. Но я делаю... Я уверяю вас не делать этого, потому что он пригодится по квесту. Ну что, Лукаш, база наша. Билчук мертв. Да, полдела сделано. Так, а сейчас я посмотрю, что там у нас на барьере получается сейчас. Потому что, по идее, он нам сейчас даст второе задание — вынести на барьере военных.
Там в том туннеле надо будет проверить на наличие артефактов. Ну вот в том туннеле. Проверим. Сейчас я схожу проверить на барьер. Если там будут военные находиться. Потому что если с ним, ну, с Лукашом не поговорить после выноса базы, а задание обновиться, то там их нету. Вот сейчас я выполнил задание поговорить во второй раз с Лукашом. И интересно мне, зареспавнились ли там военные. Если они зареспавнились, начну выносить и начну запись включать. Потому что все-таки, если мы пойдем их опять выносить, то мы пойдем с людьми, да, людей как-то жалко. Хочу провернуть, так сказать, такой же трюк, как с базой только что. То есть всех в одиночку вынести, чтобы свободовцы не пострадали. What the fuck? Ну, как я и думал, на барьере никого не оказалось. И единственное, что я могу сделать для сохранности, так сказать, бойцов, это... вынести в монстров здешних. Слишком много я как-то дроби сейчас как бы это сказать-то, убил. Да как так? Ну что, Лукаш, база наша, Бельчук мертв. Так, полдела, да, точно. Бежим теперь на барьер. Кто-то уже подорвался, походу. Я через мины не попрусь, потому что это смертельно для меня. Так. Жаль, снайпы нету никакой. Да блин. Ну что за говно, а? Меня не убило, хотя я подумал, что меня убьет. Но то, что камеру шатать начало, это мне не понравилось. Поэтому я это... ну, не оставил, так сказать. Отлично, еще один минус. Еще один. Так, сейчас еще один будет. Так, понятно. Да, блин. Вот всегда так. Ну. Да, блин. Опять все мимо. Полетело. Хорошо, отлично. Бежим дальше. Так, тут у нас что? Хорошо. Ух ты, там еще и гранатами кидаются, а? Какой злой народ, да? 7 человек. Не надо тебя прикрывать, уже незачем. И тебя тоже. И тебя. Больше нет. Никогда не будет и не было, словно. Никто никогда не вспомнит о тебе. А ты подавно как будто не существовал на земле.
Ай-яй-яй. Я не виноват. Они сами меня заставили прийти сюда. Рви мамку свою. Ага, вижу этих ублюдков. Все? Походу все. Походу больше никого нету. Так, хорошо, хорошечно. Обновлено, обновлено. Хорошо, отлично. Так, где все остальные трупаки? Да блин. Вот. О, угрюмый, жив, здоров. Повар, угрюмый, кэп. Отлично. Бабки есть? Нету. Так, что тут у нас? У нас тут... О! Ну и какого? О, неплохо. Редки и патроны. Хорошо, отлично. Так. Все плохо у нас с выносливостью, поэтому я ставлю, как обычно. Да, дозиметр я пока ставить не буду. Ну что, он мне зачем? Пока что он просто мне не нужен. Ну, все обысканные мною, наверное, уже. Кэп никакой награды не хочет давать. Меняться никто не хочет. О, отлично. Так, что тут у нас? Граната? Нет, спасибо. Аптечка, комбез нет. Комбез нет. Оптика нет. Комбез наемника нет, нет, нет. Скат на АКС. Круто, конечно. АКСУ. Оптический прицел. Но они здесь, в принципе-то, чё? Они здесь говном торгуют всяким. То есть не торгуют, а обменивают. Витька, какого хрена ты говорить со мной не хочешь? Ну ладно, чё? Встретимся уже у Лукаша, наверное. Ну что, Лукаш, я иду сейчас. Ах, да. Я думаю, никто не против, нет? Чё тут у нас? У нас здесь всякое говно. Ненужная пулестойкость 15. Нет, спасибо. Мне бы что-нибудь потяжелее. Ага, понятно. В принципе, там ничего такого нету. Там даже аптечек нет. Ну все, Лукаш, дело сделано. Да, славно сработали. Ты прям мастер. Дело знаешь. Ну тогда, как с расчетом-то? Нет, само собой, я же обещал, кстати, стрелок. Вот смотрю я на тебя, не похож ты на остальных бродяг, коих полно по зоне шастает, в поисках наживы. У тебя в глазах какой-то другой огонь. Что ты в зоне делаешь, если не секрет, конечно? Да, ты прав, я тут не ради наживы. Брата ищу, капитан звали, он... Ну, капитаном его звали, он в саркофаг отправился 2 года назад. Слыхал о таком? Нет, такого сталкера я лично не знаю. О той вылазке в сердце зоны я, конечно, слышал, ну, как и все остальные. Ну, чего-то больше рассказать не могу. Так что не обессудь. Ладно, вот, держи свою награду. Чуть мне страшно от его награды, поэтому я сохранюсь, потому что вдруг он мне даст какой-нибудь ствол, и я не знаю просто, снесу ли я его или нет. О, он действительно мне ствол дал. Блин. Ух ты. Точный.
Хотя не точно пишет. Странно. Как у Калаша, кстати, повреждения у него. Но он такой, не очень. Хотя выглядит типа точный, на самом деле ни хрена не точный. Да, так что мне придется перезапуститься. А то я не снесу это. Так, сейчас я за валами сбегаю. За валами. Надо было тут, конечно, разрядить, но ладно. Продам все это дело скряге, напокупаю у него аптечек и продолжим путь. Вы только гляньте на это, 36 тысяч. Это я ему... У меня так 500 тысяч будет скоро. Ладно. А, да, кстати. Вот эти вот натовские патроны у него 7 тысяч стоят на продажу. Интересно, он их за столько же покупает или за 1000? Лукаш, ну так как насчет работы? Работы? Ну, работы пока нет. А вот просьба есть. Что за просьба? Надо человека одного найти. Убить, в смысле? Ты меня не так понял. Есть человек один, левша, он мастер на все руки. Мы же базу вояк отбили. Работы много там. Подкрасить, здесь подбить, там подлить, подлепить. Ну, сам понимаешь. Как бы его к себе долговцы не заманили. Долговцы? Это кто? А, солдатня с бредовой идеей. Очистить зоны. Ну, не будем о них. Найди левшу и уговори его. Он мне нужен. Ладно, найду левшу, попробую договориться. За мной тоже не заржавеет. Ты же видишь, я за работу хорошо плачу. Да и еще. У нас тут на территории армейских складов в деревне, что недалеко от заброшенного блокпоста, человек один есть. Осведомителем кличут. Мутный тип. Ты с ним поосторожней, но сходить к нему придется. Чтобы выйти с территории армейских складов, нужно знать, где расположен переход. Насколько мне известно, сейчас можно со складов попасть только в бар. Но дорогу туда знает только осведомитель. Так что иди к нему. Хорошо. И таким вот образом мы хапнули еще один квест. Найти левшу. Хрен знает, где он вообще находится. Соболева найти надо. Тоже хрен знает, где он находится. Проводник. Так что самое это уговорить бармену отправить посылку Соломона. Но бармен тоже не в бару, так сказать, находится, он в другом месте. Так, к осведомителю, значит, нужно идти. Че он тут дал? Ага, агашечка. Неплохо, конечно, неплохо, но надо ее продать, наверное. Единственное, что меня смущает, друзья, это то, что вот на базе на их никто склад не охраняет. Там будет квест, по которому нужно будет с охранником склада поговорить, а его нету. По-моему, там один из этих... Свободовцев погиб, по-моему. Не хотелось бы, чтобы это был потенциальный тут охранник. Ух ты, это ветеран, комбез. Музыкант из тебя еще тот. Степа Бизон. Так, тут у нас что? Эй, мужик, ходи сюда, разговор есть. Только ствол спрячь. Да спрятал я. Ух ты. Интересно. Он здесь интересную историю рассказывает. Ну, типа, были они втроем в зоне. Ну и про последнего дятла. Вот. С большим рюкзаком куда-то нес.
Но синяк мне, синяк типа ему говорит, давай пощупаем мозгляка, что там у него. А у мозгляка у этого калаш наперевес, если что, сразу маслинами нашпингует. Ну, осведомитель типа, циц, давай подождем, куда он заныкает хабар. Вот. Ну, тот чувак через 20 минут вылез. Вот. Цепа подошел к нему, замочил. Вот. Осведомитель отлить отошел. Вот. Ну, они с синяком начали броник снимать, и тут рвануло, и цепу синяка порубило, короче. Убило их. Терпила тут непрост был. Он что-то хитрое наворотил, чтоб рвануло, если с него броник кто-то снимать будет. Хитрая скотина попалась. А, я свалил оттуда по-быстрому. Мало ли кто еще на выстрел, и взрыв появится. Пришел через месяц. А цепи с синяком и оленя хоть бы косточка. Вообще, по нулям. Короче, прикинул я, где он в развалины нырял, и сам туда полез. Ну, прошел три комнаты. Голяк! Тут смотрю, в углу куча кровавой... кровати навалено. На кой хер там столько лежаков? Короче, взялся разгребать. Разгреб. Твою мать, моя женщина, люк. Поднимаю, значит, крышку, свечу фонариком. Ёпрсете, я в раю. Чё там было моё дело? В накладе не остался. А уши бы развесил, давно бы жмуриком стал. Или до сих пор босой бегал, бакланил, как некоторые. На нас, наверное, намекает. О, чё за предложение? Зачем тебе? Ну, я же осведомитель, поэтому должен знать как можно больше. Профессия обязывает. Так, да. 10 ПДА даст мелочевки разной. Ну, там, патроны, медикаменты, части монстров. 20 ПДА. Информация о тайнике. Вот это очень даже неплохо. Забыл я об этом. Ого. Понятно. Буду ПДА принесу. Здравия желаю. Что привело тебя ко мне, сталкер? Мне Лукаш сказал, что ты сможешь мне показать, как попасть отсюда, с территории армейских складов, в бар. Да, я могу показать тебе тропинку. Но только если ты мне поможешь. Так. Угу. А, документы на их базе надо поискать. Угу. А он нам даст наводку на, значит, эту... Да блин. Неплохо. А он нам даст наводку на переходик, видимо. Неплохо. Ну чё, будем искать. Оббегал здесь пару местечек. Поразбивал пару ящичков. Ну и забрел сюда. Ой, не надо. Ну и вот здесь вот нашел эти документы. Мне повезло. Потому что, кажется, они еще в каких-то местах у них валяются. Но я не стал гуглить, там, в принципе, информации в инете и так дофигища, так что... Я сюда бежал, потому что помнил, что и в прошлый раз у меня здесь тоже было место. По крайней мере, это одно из самых, так сказать, распространенных мест. Ну что, теперь к осведомителю. Ну что, был я на базе. Так, ну и что там нашел? Да, нашел занимательная папочка. Я краем глаза глянул туда и кое-что очень важное для тебя нашел. Ведь я не просто так сюда пришел. Брата ищу своего. Капитана. В общем, чужие бумаги как-то неприлично. Сувать нос. Значит, твоего капитана, считай, ты его уже нашел. Недавно присоединился к группировке Долг. Служит у них проводником, он ведь матерый сталкер. Всю зону вдоль и поперек излазил в свое время. Так что желаю тебе как можно скорее его отыскать. Вот такие дела. Это самая лучшая новость за все время, что я в зоне. Ура! Спасибо. Действительно, справочная служба. Бла-бла-бла. Могу ли я еще что-то здесь сделать? Так. На радаре, в беду попали. Угу.
Я теперь совсем без еды, медикаментов. Так, ну давай. Ну, хорошо, чё уж там. На радар. А как я на радар попаду? Переходик-то есть? Есть. Ну что, получается, к чистому небу тогда. Ой. Хотя там, наверное, сказали. Ну да, там чистое небо сидит, бедные, без жратвы, без всего. Хочется им помочь. Так, радар Тама. Ну а с вами был Виталий Фрол. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока-пока.